В Пекине началась сессия постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Высший законодательный орган страны рассмотрит ряд поправок к нормативным актам. Одна из главных инициатив касается фондового рынка. Она может существенно упростить правила выхода компаний на биржи материковой части Китая. Пока китайские компании ждут отмены моратория на проведение IPO, власти страны меняют правила игры. Госконтроль над процедурой первичного размещения акций могут ослабить. Законодатели обсуждают проект поправок, который позволит проводить листинг на биржах без одобрения регулятора. Нам нужна эта реформа. Она позволит добиться стабильного и здорового развития рынков капитала, а в долгосрочной перспективе даст возможность направить больше средств в реальный сектор экономики. До сих пор комиссия по контролю над рынком ценных бумаг длительно и кропотливо проверяла прибыльность эмитентов, а также их возможность поддерживать свои операции. На проверки зачастую уходит несколько лет. Если проект поправок примут, необходимость получать разрешение регулятора отпадет. Вся ответственность ляжет на бирже, а также на андеррайтеров, то есть посредников между компаниями и фондовыми площадками. В их роли обычно выступают крупные инвестбанки, сопровождающие весь процесс IPO. Вместе с тем, все это не значит, что регулятор может потерять часть своих полномочий. Наш комитет по-прежнему будет проверять полноту и достоверность информации, которую предоставляют компании перед листингом. Мы продолжим осуществлять строгий надзор за всеми этапами IPO и ужесточим штрафы за подачу ошибочных или недостоверных сведений, а также упущений в документах. Таким образом, мы защитим участников рынка и законные права инвесторов. По новым правилам предприятия должны будут раскрыть всю информацию, а биржи и андеррайтеры смогут уже сами решать, размещать акции или нет. Рыночные механизмы смогут куда больше влиять на цену акций, масштабы и время размещения. Законодатели примут решение по проекту поправок до конца этой недели, после чего его могут вынести на обсуждение в рамках весенней сессии Всекитайского собрания народных представителей. Люси, CCTV.